Саламатсыздар ма, құрметті достар! Здравствуйте, дорогие друзья! 25 лет евразийской группы. Мы начинаем. Нас ждет грандиознейшее мероприятие. Поехали! Это мой пропуск как организатора, но я, по сути, не организовываю ничего. Но я получил вот за вот эту надпись как бы «Нагоняй». И ответственность теперь несу. Я должен найти пропуск. Представляете? Надо искать теперь, что делать. Где пропуск? Буквально через пару часов мы ожидаем здесь 1500 человек. Среди гостей – акционеры, топ-менеджмент группы, бывшие руководители предприятий, заслуженные сотрудники. И главным гвоздем шоу будет первый в Казахстане индустриальный мюзикл. А в главных ролях этого мюзикла выступят наши сотрудники. Да-да-да, именно так. Наши сотрудники будут отжигать, как настоящие профессионалы. Я думаю, это стоит увидеть. Давайте посмотрим. Скажи, в какой момент ты понял, что выступление удалось? Знаешь, когда мы уже закончили, пошли за кулисами, начали все обниматься. Непередаваемые чувства, честно. Окей, если бы тебя попросили описать одним словом все это мероприятие, что бы ты сказал? ЕДЖИ – это мы. Скажу честно, в отдельные моменты в мюзикле буквально мурашки бежали по коже, потому что, будучи сотрудником евразийской группы уже 9 лет, я прошел путь от подсобного рабочего до сотрудника управляющей компании. И моменты, показанные в мюзикле, буквально отражали мою жизнь. Возвращайся скорее. Мы будем ждать тебя. И сейчас чувство гордости в нас говорит и поет. Начался этап награждения заслуженных сотрудников евразийской группы. Обратите внимание, их поздравляет и им дарит подарки лично Пашкевич Александр Антонович. Честь? Честь, я думаю, да. Такую награду получит каждый участник страны мастеров. Аплодисментами, друзья. Вы большие молодцы. Вот они, счастливцы. «25 лет – это не предел. Наши ценности нам помогут быть лучшими во всем, что мы делаем». Congratulations, ERG! I'm proud to be part of BAMIN's team in Brazil. Kazakhstan people, you are special, really special. This is my trophy, which I bring to Africa, tell them that I've made it. Yes! ERG together! Мы с вами евразийцы. Мы с вами можем воочию удостовериться, что путь развития в нашей компании есть, что возможности для роста присутствуют. И как раз-таки посещение таких мероприятий придает тонус, задает хорошую энергию, которая служит мотивацией для развития и роста. Я призываю всех коллег максимально прикладывать усилия, чтобы участвовать в подобных мероприятиях. Всех благ вам! Развивайтесь, растите вместе с нашей компанией. Всех с праздником!